парламент Турции продлил на год мандат, разрешающий правительству использовать военную силу на территории Сирии и Ирака, передает агентство Рейтер. Турецкие законодатели дали разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом 2 октября 2014 года. Мандат действовал в течение года. Правительство Турции обратилось к парламенту с запросом в связи с обострением обстановки в Сирии и Ираке и возросшей угрозой со стороны террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Против продления мандата в парламенте выступила, в основном, прокурдская оппозиция, отмечает агентство. Группировка ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. В результате боевых действий несколько тысяч мирных жителей погибли, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч находятся в заложниках у ИГ. Ряды ИГ в Сирии и Ираке активно пополняют граждане более чем из 90 стран. Несколько тысяч боевиков прибыли из западных стран. Многие из них проникли в Сирию через границу с Турцией.